Солдаты в Шымкенте приняли участие в психопоэтическом вечере. На совещании прошел семинар-тренинг для солдат. В этот день исполнители долга перед Родиной принимали участие в различных играх и читали стихи. Психологический вечер был организован с целью развлечения солдат воинской части 6506. Во встрече, организованной молодежным ресурсным центром, приняли участие 40 солдат, выполняющих свой долг перед Родиной. Цель – на минутку освежить солдат и отвлечь от воинской дисциплины и строгого режима. Цель вечера психопоэзии – эффективно использовать время молодежи и отвлечь солдатов от военного быта. Мероприятие проведено для воинской части 6506, и далее будет главный переход на организованную для молодых вечеринку. Кроме того, психолог и оратор Марал Жумагильди приняла участие в вечере и в психопоэзии прочитала стихи. Ответила на вопросы и дала обратную связь. Молодые солдаты также читали стихи и поэмы. Поэзия – это лекарство для души. Также на этом вечере будет затронутая психология и мотивация. Это мероприятие в моей практике организовывается впервые. В Европе такая практика используется повсеместно. По окончании творческого вечера солдаты и психологи были награждены специальными благодарственными письмами. Специалисты отметили, что работа по повышению активности военных будет продолжена и в дальнейшем.